Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые подписчики, здравствуйте все, меня зовут Ведьмак, вы смотрите мое ведьмачье прохождение третьего Ведьмака на сложности насмерть, и у меня для вас сразу несколько новостей. Во-первых, я простыл, поэтому голос у меня будет гнусавый в ближайшую неделю. Вот. Во-вторых, вышел наконец-то патч 1.07 на игру, который добавил множество интересных изменений. Мы сейчас их с вами быстренько просмотрим. Ну и в-третьих, это у меня юбилейная 50-я серия, поэтому сегодня мы будем двигаться по сюжету, и серия будет подольше, чем обычно. Вот такие вот новости. По поводу патча 1.07. Что он дает? Ну, проще всего, наверное, посмотреть. Добавилась вкладка в инвентаре книги, куда слились, соответственно, все книжки. Я не знаю, почему вот это вот подсвечено, почему не подсвечено. Подсвечено, видимо, те документы, которые не прочитаны у нас. Хотя я их вроде читал. Добавилась сортировка по разным параметрам в инвентаре. То есть есть быстрая сортировка автоматическая, есть сортировка по тем параметрам, которые вам нравятся. Далее. Все предметы для алхимии и ремесла, они стали безвесными, как сказать, невесомыми. Вот, правильное будет слово. Ну, мусор по-прежнему весит вещи. Весит вещи. Весит, короче, что-либо. Далее. Теперь, когда вы наводите мышку на предмет в инвентаре, он показывает, в какой слот, собственно, этот предмет попадет. Так, давайте что-то по редкости сортируем. Как-то так. Будет удобнее. Да, у меня теперь есть, кстати, сидельные сумки на 100. Ну и в сочетании с тем, что у нас уменьшился вес от алхимических ингредиентов и прочих штук, я теперь гораздо больше могу таскать с собой и не париться. Да, прикрепление рецептов и чертежей, это тоже часть теперь вот этой фигни. То есть можно выбрать рецепт, и в окне магазина появится список компонентов или ингредиентов, необходимых для создания предмета. Так вам будет проще отслеживать, что еще необходимо купить. Ну, такая вот штука. Потом посмотрим, сейчас пока незачем следить, скажем так. Далее. Что вам еще сказать интересненького, что касается этого патча? Патч очень много фиксов включает в себя и вот некоторые такие вот изменения. Ну, часть изменений касается настроек игровых. А, например, появилась такая вот фича под названием «Время отклика движения». Обычная, это которую мы играли. То есть сейчас я вам просто покажу разницу между этими движениями. Вот так вот, тихо, обычно Геральт поворачивает. Он бегает достаточно по широкому кругу. Вот, если его заставить разворачиваться, он это делает с некоторой задержкой. Если мы включим эту способность, точнее способность, эту настройку, то Геральт может поворачивать вообще теперь вот так вот, крутиться практически на месте и очень быстро разворачиваться. Вот такие дела, то есть отзывчивость управления повысилась. Это как раз таки удобно для игры с клавиатурой, на мой взгляд. Вот, поэтому будем так дальше играть. В целом, больше ничего мне в голову не приходит. А, ну да, самое главное, это что я все время ныл по этому поводу. Появились вот такие вот тайнички на карте. Ну, это на самом деле не тайнички, а это сундуки, куда мы можем складывать свои ненужные вещи. Какие-то квесты. Тут у меня девушка играла, собирала мне карты Гвинта, поэтому могут какие-то вещи проявиться на карте, на которых я еще не был в местах. Вот, но это на сюжет вообще никак не влияет. Я этим процессом как бы не занимался. Меня само по себе это не очень интересует. Вот, ну, это дает некоторый опыт для прокачки персонажа. Так что ничего страшного. Сегодня пойдем по сюжету, как я сказал. Вот, затравочно я вам всю информацию выдал. Чуть попозже, сейчас вот. Да? Нифига себе. Знакомый с Локмуине. Сейчас сходим, как раз таки сложим ненужные предметы. Меня кто-то убивает? Мне показалось. Показалось. Сложим ненужные предметы из сета кота. Потом будем им заниматься апгрейдом и так далее. А сейчас они мне не нужны, только мешаются в инвентаре. Такие дела. Возможно, за эту серию успеем добраться до скеллиги, если нас будет вести туда квест. Я, честно говоря, не знаю, как сюжетная линия поворачивает.
Оба. Так, подожди. Слушайте, что-то нехорошо. Я что-то боюсь, тут будет какая-то катсцена. А че это вот сюда пришли? Что мне теперь делать? Охотники за ведьмами. Подозрительно. Так. А, может, я просто бухаю? Ладно. Я не против, бухайте. Золтан, че у вас тебе? Золтан, да! Да! Так, ну, Гвинт мы играть не будем, у него какая-то информация есть. Интересно, давайте послушаем. Вообще, он неплохо знает войну на практике и в теории, поэтому он может интересные вещи рассказать нам. Ты уже долго сидишь в Новиграде. Может, ты мне скажешь, почему ни Родовит, ни Варп Эмрейс еще не заняли города? Замечательный вопрос. Сейчас все тебе объясню. Война требует средств. А Новиград — это большой порт, могучий флот и полная казна. В сущности, это лакомый кусочек и для Редании, и для Нильфгарда. Как я понимаю, стены города высоки, а арсеналы полны оружия. Ты мало что понимаешь. Это правда, что осада была бы долгой и изматывающей. Но дело в том, что все, что есть ценного в Новиграде, может исчезнуть как сон по мановению руки. Большая четверка дала понять, что если что начнется, то флот может тут же загореться. А штурм города вызовет беспорядки, во время которых дело дойдет до грабежей, в том числе церковного имущества. В общем, кто хочет получить богатство и флот Новиграда, тот должен договариваться. Я что-то даже не связался с большой четверкой. Я уже давно не играл, как обычно. Вот. Думаю, сижу, что за большая четверка. Давай поговорим о новиградском преступном мире. О брездубниках. Заправляет большая четверка. Сигеровин, король нищих, тесак и ублюдок. О, последние уже кормят червей, поэтому. Там называется такой триумвират, в котором четверо. Да хер его знает. Ну и в общем их четверо. Ну теперь это триумвират, да, их трое. Влияние, и ничего в городе без их согласия не делается. Какая досада. Но в последнее время ублюдок повздорил с остальными. Но больше я ничего об этом не знаю. Устаревшая у тебя информация. Я, так сказать, могу со своей стороны заявить, что ублюдок больше не является авторитетом преступного мира. Уже теперь и в Новиграде неспокойно. Что тебя здесь держит? Я хотел раскрутить собственное дело. Только ничего из этого не вышло. О, Золтан, вечно ты попадаешь в такие передряги. Хотел бы я все свалить на войну или на подлость людскую, но во всем виновата исключительно моя собственная... Помочь тебе нельзя? Ничем? Ну да не хочу я это размусолить. У меня есть деньги, я могу тебе занять. Спасибо за чтоб ты... До свидания. Не отдавал всяким хмырям там. Не был должен, скажем так. Так что я хотел сделать? Я хотел отключить наконец-то субтитры, они меня запарили. А где это интересно вообще? Локализация, субтитры выкл. Потому что я обычно диалоги слушаю полностью, а не читаю. Вот, мне кажется, так лучше будет. Великий Лютик, победитель, хер пойми что. Это вот, я так понимаю, бомж какой-то сидит рядом с моим сундуком, в который я буду складывать вещи. Это очень, конечно, хорошая идея. Так, вот это вот сюда. Все. Оп. 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 Ой, давайте реликты тоже скинем. То они у меня болтаются. Место занимают. Извиняюсь, если я говорю тихо сейчас, но громко говорить не могу по причине больного горла. Вот. Стараюсь потом в редакторе усилить немножко свой звук. По сравнению с игрой. Я думал, сейчас здесь какая-нибудь заварушка будет, потому что собрались эти охотники за колдунами. Но нет, все вроде в порядке. Так, ну что, ломимся к Присцилле. А Дуду, что стало, ну, он ушел вроде как под личиной ублюдка младшего. И в принципе, он может, кажется, сейчас сохранить эту личину и занять его место, теоретически. Но по факту вряд ли что-то из этого получится хорошего, мне так кажется, потому что Дуду, он все-таки человек, точнее, доплер хороший, а ублюдок младший был сволочью, и просто ему не получится сыграть нормально
тролль. Так. Смотри, тут работа для волка. А я не буду уже надевать маску, ладно. Хватит. Ой. Здравствуйте. Я немножко не это хотел. У меня же Квен стоит. Почему я Акси применяю? И так, блин. Знаки такие. Так, этому хана миму. Никто не любит мимов. Получи. Как-то так. А когда ты последний раз мыл голову? Да вот, когда брился, тогда и мыл голову. Что-то меня постоянно спрашиваешь об этом. Ты что, со мной сексом собрался заниматься? Извращение с проклятой. Я не такой. Так, а девушка-то, я смотрю, плотно прописалась в этом... В этой корчме, или что это такое? Трактир. Трактир, три поросенка. Я? Я здесь слова не сказал вообще-то. Так, девушка. Я знаю, как спасти Лютика. Но сперва надо найти Дуду. Сначала скажи, Дуду, если Дуду логичнее будет? Наш Доплер воплотится в Менге и отдаст приказ перевести Лютика в Оксенфорд. Тогда у нас появится шанс его отбить. Гениально! Но как ты собираешься искать Дуду? Ты с ним дружила. Знаешь, где он может скрываться? Доплеры скрываются не где-то, а в виде кого-то. Обычно, когда у него были трудности, он пропадал, а на следующий день появлялся в другом обличии. Но в тот раз он не вернулся. Ты давно знаешь Дуду? Это странно прозвучит, но я не уверена. Похоже, он крутился вокруг меня долгое время, под разными обличиями. Пытался привлечь мое внимание. Не удивлен. Спасибо. Девушка-то симпатичная, конечно. Пока он не решил поставить на карту все и не прикинулся Лютиком. А как чересчур, по-моему, это не Лютик? Глаза размалеваны. Он не умеет петь? Нет. Он просто не говорил все время о себе. Логично. Нужно как-то убедить Дуду выйти из укрытия. Может, удастся оставить для него весточку у друзей или у людей, которым он доверяет? Сомневаюсь, что Дуду дружил с кем-то, кроме Лютика и труппы Ирен Ренар. Он целыми днями торчал на сцене или в зрительном зале. То есть он любит бывать в театре? Да. Собственно, какой ты, смотри, культурный Доплер. Он вполне мог рассчитывать на помощь Лиз. Если актеры готовы помочь? Конечно. Достаточно упомянуть Дуду. Ирена и ее труппа очень ему обязаны. Секундочку. Вот так вот. Как Дуду сдружился с актерами? Это я их познакомила. Так. Короче, тут произошло небольшой проблемс. Трудно представить себе лучшего дублера, чем Доплер. И Дуду так просто признался, кто он? Сначала я не хотела никому говорить, но Дуду и вроде все нормально. Пришли друг другу по душе, и ему так понравилось в театре, что он начал с вами выступать. Да. А теперь Ирен мучает совесть, что мы позволили ему рисковать. Можно попробовать воспользоваться представлением. Если вплести в сюжет пьесы сообщение для Дуду, возможно, мы выманим его из укрытия. Замысел неплох. Только парой стров тут не обойдешься. Кроме того, ты и правда думаешь, что Дуду сейчас убивает время, посещая представление, которое знает наизусть? Так что ты предлагаешь? Мы должны написать целую пьесу. Ой, подумать. Что-то новое, громкое. Шекспира давайте возьмем. Гамлета. Внимание Дуду. Важнее всего, хорошее название. Об этом должен весь город говорить. Если хочешь, можем приняться за работу прямо сейчас. Все очень плохо. Ну ладно. Не знаю, гожусь ли я в драматургии. Может, займешься этим сама? Будет быстрее, если ты мне поможешь. Вот увидишь, это очень забавно. Ага. Можно приступать к пьесе. Есть мысли насчет сюжета? Ну, собственно... Самое важное — передать Дуду, что ты защитишь его от ублюдка. И что мы хотим спасти Лютика. Да, ублюдок уже мертв. Послание должно быть ясным, но его надо вплести в повествование. А значит, нам понадобится соответствующая сценическая структура. Понимаешь? Нет. Ладно. Более-менее. Этого достаточно.
Теперь найдем соответствующую форму выражения. Нужна современная увлекательная история. Может, о повестских кондотьерах? О, знаю. Лоренцо Молла. Прекрасный, но безжалостный разбойник. И Доплер, который обвел его вокруг пальца. Теперь Доплер должен скрываться и может рассчитывать только на помощь друга, ведьмака, который, в свою очередь, готов на все, чтобы спасти свою дочь. Нет, возлюбленную. Как тебе? Что-то не очень. Может, подумаем еще? Это как-то слишком... Слишком современно? Слишком открыто. Погоди, дай подумать. Есть, я знаю. Мы поставим историю о еже из Эренвальда. Это уже интересно. Проклятие, жестокая королева, часы бьют полночь. Но... И все видят его лицо. Чудовище хочет похитить княжну Паветту. Его велят казнить, но тут появляется ведьмак. И все кончается хорошо. Так, решено, да? Ты хотел что-то сказать? А мне нравится. Давайте название придумаем. Хорошее название. Это даже важнее, чем сама история. У меня уже есть несколько мыслей. Может, ты выберешь что-нибудь? И ты правда учтешь мое мнение? Конечно. Мы же соавторы. Я просто руковожу. Пока у меня две мысли. Избавление Доплера и заменник спасенный или триумф ведьмака. Что тебе больше нравится? Заменник спасенный? Что? А почему кавычек нет в начале строки? Давай заменник спасенный. Заменник спасенный или триумф ведьмака. Избавление Доплера. Лучше объясняет, в чем дело. Есть только одна проблема. В истории о Паветте и заколдованном еже нет Доплеров. Не страшно. Заменим ежа на Доплера, и все получится. Главное передать мысль. Ведьмак приезжает и спасает Доплера, ясно? Хорошо. Это будет комедия? Я, собственно, думала о драме. Но если ты хочешь что-нибудь полегче, решай, я начну писать. Давай драму. Хватит с меня комедии. Драма. Хорошо, в таком случае я берусь за работу. А ты сядь где-нибудь в углу, почитай или там подумай, ладно? Хорошо. Спустя 3 года. Эй, Геральт. Какая рифма к слову ведьмака? Ха. Мудака. Молчи дальше. Все. Будь у нас больше времени, я бы сделала из этого маленький шедевр. Но... Но времени у нас нет. Главное передать сообщение для Дуду. Сообщение? Я думал, ты вставишь в текст что-нибудь вроде «Приходи в зимородок» или... Но это совершенно не подходит к характеру моей пьесы. Ты Беда. Же написала ее специально для того, чтобы выйти на связь с Дуду. Ну хорошо, эти вот поэты. Как ты себе это представляешь? Понятия не имею. Мы узнаем его по шраму. Или будем импровизировать. Сперва отнеси текст мадам Ирен. Знаешь, где ее искать? Знаю. Ее труппа выступает в переулке мясников. Да я видел. Потом присоединяйся к нам. Бывай. Бывай. Стандартный такой. Бывай. Да здравствует искусство. Эй. Что вообще? Почему дверь закрыта? Хозяин, ты шо, чего-то опасаешься? Ну, поехали. Носить пьеску. А давайте хоть почитаем, что там написано-то. У нас это есть в кармане же? Заменник спасенный, копия пьесы для... В смысле? Я же выбрал другое. А, нет. Я выбрал правильно, да. Так. Ведьмак. Избавлять от чудовищ моя жизнь не работа, угрожающе. Ведьмак. Может, он среди гостей и сейчас меня слышит? Подозрительно. Ведьмак. Вот так пара. Княжна и полиморфная особь. С удивлением. Окей. Ведьмак. А злой характер, как у этого слуги. С порицанием. Ведьмак. Не тот чудовище, кто с виду многолик. Торжественно. Окей. Копия пьесы. Не читается. Ну и ладно. Поехали дальше.
Сейчас будем участвовать в постановке. Наверное. Здрасте. Че? Кто? Билетер? Здесь выступает группа Мадам Ирен. Ну да. Только для входа нужен билет. Представляете, пока не началось, актеры просто так что-то там повторяют. Но и на это дело тоже поглядеть любопытно. Так что, дать билет? Ты же сам сказал, представления нет. Ну билетик-то ты купить можешь? Так как? Один? Я не хочу покупать билет. Я не хочу покупать билет. Нет, так нет. Задарма иди за шлюхами в окошко подглядывай. Здесь такое не пройдет. А вот сволочь, я ж туда заходил уже. В смысле? Я туда заходил. Отказываюсь платить 50 золотых, я залезу по крыше. Наверное. В смысле ты не лезешь? Какого? Рак! Я так не играю. Ах да, в один из фиксов, которые выложили в патче 1.07, как раз таки входила правка, запрещающая игрокам, в общем-то, проникать на квестовые зоны при помощи карабкания. Видимо, теперь мы туда не пролезем никак. Беда. Так хотелось. Я хочу давать ему 50 золотых. За что? Я же выступать буду сам. Ой, как тут темно и страшно. Что за место вообще? Куда меня принесло? Второй этаж. Нельзя ли из него выйти как-нибудь? Туда, куда нам нужно. Опа. А, это место. Понятно. Что тебе тут? Весело? Да. Не верю. Ты не можешь себя хорошо вести, ты вредная. Ну, ладно. Как-то... Вы бы прибрались тут, блин. Паутиной все заросло. Так, а если мы вот так вот, короче. А тут все закрыто. Обидно же, ну. Ладно, идем платить. Чё к чему? Раньше туда можно было без билета заходить, теперь внезапно понадобился билет. Пошел за руль. Чё бы на эту крышу не забраться? Ну, ладно. Бежим давать деньги. Радостно. Да. Подавись. Один. Держи. Я тебя слушать не буду, иди нахер. Почти получилось, но... Ой, чувствую, это все будет непросто. Сама прям не всеми фибрами души. Какие-то унылые персонажи. Мадам Ирен, мы можем поговорить? Геральт из Ривии. Лютик столько нам о тебе рассказывал. Представляю. Нет, но надеюсь, что он тут скоро появится. Я по поводу Дуду. Пойдем поговорим в мою квартиру в задней части театра. Там никто не будет нам мешать. Чем я могу тебе помочь? Дуду и Лютик давно у нас не показывались. У Лютика неприятности. Об этом я догадывалась. Вопрос, насколько серьезные? Очень. Увел чью-то жену и теперь должен скрываться? Сочинил обидные куплеты про жрецов вечного огня? Хуже. Я попробую вытащить его из этой истории, но сперва мне нужно связаться с Дуду. Но ведь он тоже пропал. У меня есть идея, как его сюда заманить, но для этого мне понадобится ваша помощь. Я могу на вас рассчитывать? Конечно. Но что мы можем сделать? Я хотел бы поставить театральную пьесу. Такую, чтобы народ к вам в театр валом валил. А, ты хочешь, чтобы Дуду прослышал о представлении? То есть нужна совершенно новая пьеса. И кто ее напишет? Присцилла. Пьеса уже готова. Это история о ведьмаке, который спасает Доплера. Звучит недурно. Я с удовольствием посмотрю текст, но сперва надо подумать о том, как собрать зрителей... И о какой-нибудь охране. Зачем? Ты займешься этим? Охрана. Не очень понятно. Как бы нам собрать зрителей? Если мы хотим, чтобы о пьесе услышал весь город, нужно поговорить с кайрами. А что с за кем? Кайры? Это группа уличных артистов. А, если да, они я помню, за заходил дело, таким. О нашем представлении узнают даже мидии в порту. Где мне их искать? Когда-то они снимали квартиру в Обрезках, в каменном доме рядом с парком.
но не знаю, там ли они еще. В последнее время их что-то редко видно. Может, они отошли от дел? Я все узнаю. Спектакль о доплерах может не всем понравиться. Но чтобы сразу вот так нанимать охрану... Я не знаю, часто ли ты бываешь на представлениях, но в Новиграде публика считается особенно сложной. Гнилые яблоки, помидоры, яйца. Скорее топоры, тесаки и кирпичи. Ну хорошо, вы знаете кого-нибудь подходящего? Может поискать в доках? Там всегда найдется пара таких, что за несколько крон возьмутся за любую работу. Понял вас. Спасибо за помощь. Приступаем. Я вернусь, когда найму охрану. До свидания. До свидания. Нанять жонглеров. Мы, естественно, наймем жонглеров. Как же так? Без жонглеров-то вообще пьеса не пьеса. Будет жонглировать ведьмачьими мечами, например. А, отсюда... Наш избавитель! От кого избавитель? Ты о чем вообще, мужик? Я думаю, без приключений все не обойдется. У дома три стражники. Беда. Хорошо. Ах, тут же еще Трис. Мы ей можем вроде как помочь. Можем. Она же тут живет. Нет. Нет. О, вот этот покосившийся дом. Давайте зайдем к Трис тогда по дороге. У нее тебе за тоже проблемы. Ну да, но по старой ставке. А теперь риск больше, значит больше и причитается. А, вымогатели. У меня уже нет денег. Но зато есть кое-что еще, дамочка. Отдавай ожерелье и проваливай отсюда. Че, охерел что ли? Лапы прочь, а то отрежу. Геральт, не надо. Не надо, но очень хочется. Перевещи и пойдем. Идите отсюда, сейчас же! Если бы мне была нужна помощь, я бы сказала. Что, ты злишься? Злюсь? Нет. Но они заслужили это ожерелье. Они очень рисковали, давая мне убежище. Рисковали, это правда. Но за щедрую плату. Да. Но они могли взять деньги и выдать меня охотникам. Они этого не сделали. По новиградским меркам они на редкость порядочны. Прошу тебя, хотя бы не оправдывай их. Это могло бы стать началом интересной дискуссии о морали. Но у меня на нее нет времени. Сам видишь, что творится в городе. Да хватит языком молоть. Пошли. Как я могу тебе помочь? Все разваливается. Я сама уже не знаю, что делать. Надо Беда. Как можно быстрее привести чародеев в порт и посадить на корабль. Но Бертольд и Аниса до сих пор не появились. До порта вы так просто не дойдете на улицах стража. Поэтому по улицам мы не пойдем. В случае трудностей мы должны были все встретиться в Зимородке. Там из подвала можно спуститься в каналы. А они, говорят, ведут до самой пристани. Я знаю новиградские каналы. На охотников вы там не наткнетесь. Но это не значит, что будет безопасно. Об этом я и хотела тебя попросить. Найди выход к докам. Проложи дорогу для остальных. И как можно быстрее, потому что охотники пронюхают про наш план в любую минуту. Бертольд и Аниса, кто это? Молодая пара. Он алхимик. У него была лавочка в Золотом городе. Она училась в Аритузе. А боюсь, что люди, у которых они скрывались, донесли на них. Видишь, мне еще очень повезло с хозяевами. Теперь понимаешь мою дилемму? Да. Помочь двоим, рискуя эвакуацией остальных, или сразу идти в Зимородок, бросив этих на верную смерть. Что мне делать, Геральт? Дилемма. Давай поможем. Надо помочь Анисе и Бертольду. Просто вычеркнуть их и забыть — это жестоко. Хорошо. Но надо идти сейчас же. Время не ждет. Пойдем. Дуду найти я еще успею. А это дело не терпит отлагательств. Сейчас или никогда.
Ты вещи никакие с собой брать не будешь, Трис? Так голожопой пойдешь? Понятно. Дай шлюху. Зачем тебе живьем шлюха? Тебе что, шлюх не хватает? Как вы, блядь, не научитесь? Он его убил, говорит. Да ладно. Так, какая-то сучка в меня стреляет. Получи спиняку. До свидания. Так, еще один любитель пострелять. Что какие-то они вообще мятные. Недалеко. В обрезках. А сейчас нельзя обращать на себя внимание. Хорошо. Тогда я уберу меч. А маску волка можно надеть? Ладно, не буду. Мы, конечно, вообще не обращаем на себя внимания, да. Они не должны нас заметить. Что делать? Я могу просто ворваться в них и все. Ну ладно. Будем избегать лишних человеческих жертв. Все? О-о-о, ты меня хоть подожди. Предупреждай, когда ты так рвешься. Ой, что это было? Подгрузки! Ой-ой-ой-ой-ой. Это они, как я и говорил. Зараза. Чародей этот, ёбаный его девка. Что происходит? Ёбаный чародей. Взять их. Нет, умоляю вас, мы ничего не сделали. Мерегой. Эй, кого бьёшь-то? Обещали два костра, а будут... Обходи с двух сторон. Ну давай. В смысле? Какого? Нихера. Да блин. Без... Нет. Тупая игра. Если он... Я сказал, тупая игра, блин. Спаси. Надо... Взял, зарубил его одним ударом. Ну охереть теперь, блин. Классно вообще, мне нравится. Мракобесы. Где я там сохранялся-то, я даже не помню. Так, как-то надо веселее, в общем, улетать. Пошли быстрее, Геральт. Пошел нахер! Фух, ну так надо было сразу, блин. То ишь ты, взял, умер. Вы в порядке? Можете идти? Да, да. Я никуда отсюда не двинусь, я не так глуп. Бертольд, ты видишь, что творится на улице? Нас поймают, прежде чем мы дойдем до порта. Поймают и убьют. Короче, спорить я с тобой не буду. Сейчас же. Абракадабра. Пойдем. Спасибо. Надо как можно скорее добраться до остальных. Я уже пожалел даже о том, что загрузился. Надо было его просто зарезать, этого мудака. Спасаешь его, жизнь рискуешь, а он еще, блин, идти не хочет. Ёпта! Как беса. Let's go. А эти ребята за нами идут, не? Видимо, нет. Стой. Стою. Слышал? Нет. Там еще двое. Ты проверяла каналы под замородками? Че он упал? Я не думала, что нам придется по ним идти. Подумать только, еще год назад. А, в смысле, ты откуда здесь взялся? Он его зарезал, прикинь, еще. Теперь мы должны бежать отсюда. Дикий какой-то. Ты могла бы остаться. Ты-то справишься. Но вот остальные без меня. Нет. Печаль. У них же на лицах не написано, что это маги. Но идут себе люди там в приличной одежде куда-то по делам по своим. Странно, короче. Чего они боятся?
Давайте лещ. Плетемся, как унылые ребятки. Выгляди, на кого-нибудь наскочим. А эти где? Опять телепортируются за нами. А Бертольд где потерялся? О, шкандыбает. А я всего... Ну и пёх. Не видно ни стражи, ни охотников. Значит, все в порядке. Ну, я бы так не стал говорить. Бертольд уже здесь? Я понял. Тебе конец! Какой мельниц. Что, всех поубивали, пока мы ходили за этими дебилами? Понятно. То есть спасти мы можем только двоих. Я так понимаю, вся дилемма в этом и заключалась, что либо этих спасаем, либо тех. Соответственно, мы зря рискнули ради них. Сколько их было здесь, интересно? Холера. Мы слишком задержались. Нет, мы спасали двух человек. Да. Ценой его жизни. Кого его? Хорошо, что мы успели прежде, чем они отыскали укрытие и схватили остальных. Я не могу считать жизни, Геральт. Но сейчас не время для траура. Пойдем со мной. Печалька. Они зарезали таверничка, получается, который укрывал этих чародеев. То есть, если бы мы бросили этих двоих, то он бы остался жить. Ну, ладно. Сюда, Геральт. Как это типично, прятать потайные ходы за шкафами. Что случилось наверху? Все в порядке? Нет, ничего не в порядке. Геральт, подожди минутку. Я должна понять, кто смог сюда добраться. Хорошо. Ну, эти слезы. Не огорчайся, достопочтенная госпожа. О, Дикстра. Это вредит красоте. Ты, должно быть, много огорчался. Я просто родился страшным. Ты тоже бежишь в ковер? Нет, но я помогаю переправить туда остальных. У меня такое чуткое сердце. А почему твое чуткое сердце затрепетало только сейчас? Чародеев жгут уже много месяцев. Таких масштабов... Блин, почему музыка громче, чем голоса? Кроме того, хорошо иметь друзей в ковере. Особенно при дворе короля Танкреда. Рейс будет говорить. Позже все расскажу. Мы долго медлили с побегом, пока убедились, что в ковере нас примут. Пока раздобыли деньги на оплату кораблей. Пока нашли капитана, которому можно доверять. Мы ждали слишком долго. Больше времени нет. Мы должны покинуть Новиград сегодня же. Это безумие! Охотники стоят на каждом углу! Да Спарта! Мы пойдем в порт каналами. Только сперва Геральт найдет для нас безопасный путь. Нас все равно достанут. Вот увидите. Достанут и убьют. Сборище нытиков, короче. Но тогда, по крайней мере, мы умрем достойно. С оружием в руках. А не на костре, моля о пощаде. Я спускаюсь в каналы. Когда я подам знак, что путь безопасен, пойдете по моим следам. Ни в коем случае никуда не сворачивайте. Я пойду с Геральтом, а ты, Дикстра, отправляйся в порт и проверь, все ли в порядке с кораблем. Непременно. Встретимся на месте. Непременно такое. Дикстра там еле ковыляет же. Свои железные ноги. Не обижайся, но... Обижусь. Так что лучше я ничего не говорю. Иди ты. Почему музыка так громко по сравнению с голосами? Я вот это понять не могу. Если только выйду из этого...
Брошу чары к ебени матери. Чем же ты заниматься будешь? Поля пахать? Удачи. Сейчас или никогда. Найти проход через подземелье. Пошли искать. Спасибо, что ты нам помогаешь. Ты не должна меня благодарить, правда? Должна. Ты не представляешь, как это важно. Что в этом грёбаном городе есть кто-то, на кого можно положиться. Спокойно. Скоро все кончится. Угу. Уже скоро. Что, думаешь, тут кто-то в этих туннелях есть? Да, выключи свою лампочку, она мешает только. Болотник. Это что-то новенькое. Это разновидность утопца. Почему он живет здесь, а не в болотах? Такое бы мне знать. На болото это не очень похоже. Хотя, консистенция практически такая же, наверное. Мозг утопца. Идем дальше. Пока что мне, в общем-то, даже эликсира ни к чему. Можно, в принципе, намазать масло. Ох, нифига, у меня тут стало всего. Понахапал опять. Так, где-то здесь есть масло от утопцев, в смысле, поедов. Что-то как-то все перепуталось опять. Пойдет. Квесты, в общем-то, лоу-левельные, поэтому проблем я тут не ожидаю. Нельзя разломать? Это можно разломать. Опа. Козел. Пес смердящий. Так, тут этот сундучок запрятал. Специально для нас. Понятно. Как обычно, всякая шняга. Пойдем дальше. Хм. Развилка. Трис гордо направилась в эту сторону, но она что-то тогда с этой, с другой. Тут что-то тоже есть. Кожаные ремешки. Ну да, очень полезно. Библиотека. Фига себе! Смотри, стихи Гонсало де Версо. Че? Хроники якобы Варацци. Забирай все. И все. Не стесняйся. Мы вернемся за ними потом. Нет, не вернемся. Ты помнишь, сегодня я уплываю из Новиграда? Помню. Но мне тяжело это осознать. Пойдем. Да ладно. Что тебе тяжело это осознавать? Я так понимаю, сюда и надо идти. Я не знаю, зачем я беру эти книги. Продать? Например, фига здесь книг. Просто тащим все. Потому что вот так вот. Но не оставлять же на пажу всяким мудакам хорошие книжки. Хроники Редании. Замечательная книжка. В детстве читал. Ладно, идем дальше. Я нашел выход. Да ладно. Ой. Да блин. Как обычно, этот меч. Что-то они как-то на огонь, Трис, не реагируют вообще никак. Это успокойся, не? А на мой огонь, блин, норм. Вообще захорошело. Отпрыгнуть-то не получается, да, назад. Так. Ну и харей, понамать. Это голум какой-то просто. Так, я их хочу сгонять назад. Что с той стороны? Скорее всего, конечно, мы идем сейчас правильным путем, но тогда надо узнать, что здесь. Хлопок. Ну да. А, ну понятно. Проход обрушен. Дай-ка я вперед пойду. Погоди. Гадю.
Что это? Слышу летучих мышей. Я же крыши. Лес, помнишь? Нам большая вера. Как их много. Ой, трубик. Сюда труп извалился, вот, видимо. Я и здесь крысы расплодились. Я же здесь был. Заходил сюда случайно. И чё? Нам убивать крыс? Не тот меч. Фига, они кидаются бешеные. Вдруг они и правда бешеные, сейчас укусят нас. На Герлите так пофигу. Рядом с резиденцией Карла Варета, Тисака. Думаю, это не совпадение. Ну да. Всем известно, что его должники исчезают без следа. Все в порядке? Пара укусов на стопах, лодыжках. Но это нормально. Обязательно очисти все раны. О, деньги. Позже, то есть Тисак сюда сначала людей с деньгами сбрасывает. Ну, это нормально, да. Всегда так делают бандиты. Тупое Кайло, ну да. Чё, смятое письмо? О чём это интересно? Иди оно. Смятое письмо. Юки, господин Варезе спрашивает, где его деньги. Первое и последнее предупреждение, если ты завтра отдашь всю сумму с процентами, или ты узнаешь, почему господина Варезе прозвали Тисаком. Очень интересная информация. Прям сюжетно необходимая. Ладно, чё ещё я ожидал от этой свалки трупов. Так, надеюсь, мы в Тисака сейчас не влетим. Еще потребует плату за проход. Ой, а давайте нет. Гори. Так, ну, толпой, конечно, они меня загрызут в любом случае, независимо от уровня. Ау. 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 Это было порвало. Где Трис вообще? Я ее теряю все время. Куда? Сюда не надо, что ли, идти? Как так? Зачем мы тогда сюда поднимались? Так, всякая херня, понятно. Кишки. Пустые бутылки. Короче, ничего полезного, ладно. О, тут кто-то жил. Нормально, опа. Человек. Тело бледное, иссушенное. Вампир? Ну, не очень хорошо. Придется защищать Трис. Фига тут трупов лежит. Раны только в области шеи и горла. Ну да. Кто бы сомневался. Понятно. Так, где там мое масло от вампиров? Как-то они перепутались все эти предметы. По типу. Ну, короче, получилось еще хуже, чем раньше было. Ну ладно. Фиг бы с ним. Блин, застревать-то. Ого-го. Следы от когтей, длинных и острых. Почему голоса стали такими тихими? Я вот этого не понимаю. Ведь остальные звуки нормально, а голоса очень тихие. Так, ну шо? Вампир, выходи. Я знаю, что это здесь. Ну, какая-то глубокая канализация. Казалось, это день чья-то. Тень этого чувака, видимо. Фонарь еще горит. Они погибли недавно. От укусов в шею. А что они здесь делали? Низший вампир. Не отходи далеко. Т-
Ты же сказал, что здесь не будет охотников за колдуньями, но они здесь есть. Странно. Просто так же они сюда не могли попасть. Ничего не слышишь, Геральт? Вот там что-то есть. Какая-то тварь. Какая-то Дикима или прочие. Атакан. Ядовитый? Подожди. Получи, ядовитый вампир. Я его отравил. То, что они бегают вот так вот туповато, это, конечно, странно. На мой взгляд. Ты ж никакой вообще. Иди сюда, бородатая. Кудлатая хуйня, как говорил один стражник. Я, говорит, тебе этого не прощу. Ну да, конечно. Он очень огорчен по этому поводу. Нет. Скопытился. К счастью. Это мой постоянный источник дохода. Ну пойдем. Да, жаль, никто за него награду не даст. Катакан. Еще Носферату я не видел. Для коллекции, так сказать. Было бы интересно. Носферату самая, по-моему, страшная из всех разновидностей вот этих низших вампиров. Слышу, выход. Я даже вижу, прикинь. Не успел договорить. Так, кто там нас ждет? Капитан? Наконец-то. А, Икстер. Сколько можно таскаться по подземельям? Успела смотреться? Как корабль? Опять с огнем в руке ходишь, ты ж дура! Дерево прогнило, паруса драные, как старые портки. Он сейчас сгорит, по-моему. До ховера доплывем? Если только не будет штормов. Я дам знак остальным. Это вечный огонь. Я могу сыграть на скрипке или сбегать за цветами и шоколадкой. Отвали. Что ты несешь? Только не говори, что ты не будешь умолять Трис, чтобы она осталась. Зачем? Что вообще надо? Люблю романтические истории. Особенно со счастливым концом. Они жили долго и... Охотники! Охотники идут! На корабль! Живьем, братья! Опа, оба, надо в шапочке. Похож на чародей. Ого, Дикстер тоже врывается, смотри, с топорищем таким. Да ты сдохнешь уже, ну, у тебя КП не осталось, чувак. Свой? Наверное. Что-то как-то много у вас. Хуй с ху, блин. Это люди Дикстера? Сгорел. Дикстра, я не знаю, как тебя... О, не время уровень. Для благодарностей. Садитесь на корабль. И еще только одно прощание. Спасибо. Я никогда не забуду, что ты для меня сделал. И того, что у нас было. Я тоже буду о тебе вспоминать. И всегда с улыбкой. Госпожа Меригольд! Иду! Держись. Ехай давай. И поцелуй от меня Цири, когда ее найдешь. Ого. Не будет тебе романтической истории с счастливым концом. Баран ты. Что? Баран, козел, остолоп. Ты даже не пытался ее удержать. У меня были свои причины. Да. Ты баран, пустозвон, остолоп. Чё ты копался, ну? А даже пустозвон может оказать миру услугу. Если кто-нибудь поумнее объяснит ему, что делать. Дикстра, что ты затеял на этот раз? Как ты думаешь, сколько чародеев мы спасли? Всего.
Не знаю, не считал. Около 30. А сколько их осталось на севере? Сколько алхимиков, травников, целителей? 2003? А что, проводишь перепись? Нет. Меня это печалит. В Новиграде были мы. Но кто спасет чародеев в Ринбе, в Банарде, Арткарайге, Гулете? Ты же знаешь, что Радовид не успокоится, пока не перебьет их всех. Всех до единого, включая Йеннефер и Трис. Трогательная речь. А теперь к делу. Зачем ты мне об этом говоришь? Затем, чтобы ты помог мне убить Радовида. Нормально. Хочешь убедить меня в том, что тебя очень волнует судьба чародеев? Да, волнует. Но, разумеется, не потому, что у меня чуткое сердце. Для меня эти преследования – симптом более серьезной беды. Реданий правит сумасшедший. Я служил отцу Радовида Визимиру. 20 лет возглавлял тайную службу. Вместе мы превратили Реданию в самое могущественное королевство Севера. А знаешь, в чем его сила? Думаю, в армии. Глупый ответ. Созвать ополчение, выстроить селян с косами – для этого много ума не надо. Гораздо труднее построить сильное государство со здоровой торговлей, производством, надежными союзниками, современной наукой и честными и независимыми судами. Нам с Визимиром это удалось после долгих лет чертовски трудной работы. Я не собираюсь сидеть сложа руки и ждать, пока этот мудак все просрет. Радовид свирепый. Скорее уж безмозглый. Ты поможешь мне, Геральт? Я не убиваю королей, что бы там ни говорили. Знаю. Я прошу тебя только помочь организовать покушение. Удар нанесет кто-то другой. Дикстра, может, ты об этом не знаешь? Но ведьмаки всегда сохраняют нейтралитет, так что... Говно это все. Удобная отговорка, за которой вы прячетесь, когда становится горячо. А сейчас стало очень горячо. Костры пылают в каждом городе. Для чародеев и для твоих подружек тоже. Для нелюдей. А скоро и для ведьмаков что-нибудь соорудят, будь уверен. Тебе нравится такой север? Молчишь. Понимаю. Убить короля — это тебе не заказ на Накера. Подумай над моими словами. А если поймешь, что хочешь изменить ход истории вместо того, чтобы плыть по течению, приходи в Пассифлору на чердак. Я буду ждать там. И не один. Я подумаю. Прощай, Геральт. Был шпион, потом стал криминальный авторитет, теперь еще и заговорщик. Ну, не знаю. Я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что из этой затеи что-либо выйдет хорошее. Потому что если бы можно было Радовида вот так вот взять посредине игры и убить, то, наверное, игра бы и закончилась на этом. Но, я думаю, принимать решение будем уже в следующих сериях. Ну а на сегодня все. Распрощались мы с Трис Меригольд. Закончилась ее сюжетная линия. Возможно, мы, конечно, ее увидим еще. Возможно, не увидим. Но, тем не менее, с вами был Ведьмак. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. Приходите смотреть еще. Всем пока.